эфире программа «Вопрос здоровья». Сегодня поговорим о таком частом заболевании, как артериальная гипертензия. По статистике, эта болезнь встречается примерно у 1,5 миллиардов человек. Хроническое повышение давления может привести к таким серьезным осложнениям, как инфаркт или инсульт. А это, к сожалению, нередко заканчивается смертью человека. На развитие артериальной гипертонии оказывают влияние различные факторы. Какие это факторы и как с ними бороться, узнаем у специалиста. Артериальная гипертензия – это хроническое повышение давления от 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Это одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что гипертонией страдает около 30% взрослого населения нашей планеты. В Беларуси эта болезнь встречается примерно у 4 миллионов жителей. Причем с возрастом распространенность болезни увеличивается. Артериальная гипертония – одно из актуальных заболеваний нашей современности. За последние годы во всем мире у нас наблюдается тенденция развития увеличения количества людей, больных артериальной гипертонией. Что для этого характерно? Прежде всего, человек, который даже не чувствует повышения артериального давления, его имеет. Артериальное давление, повышая, приводит к патологии, изменению сосудистой системы и, соответственно, дальнейших органов, которые могут приводить к прогрессированию своего хронического заболевания или на возникновение нового заболевания. Это многофакторное заболевание, которое включает в себе изменения, связанные с генетическими нарушениями и приобретением новых нарушений системы кровообращения. Для того, чтобы уменьшить развитие артериальной гипертензии, необходимо учитывать всевозможные факторы риска, прежде всего возраст. Мужчины более подвержены повышению артериального давления после 50 лет, женщины после 65. По статистике, около 45% или даже 49% люди с возрастом после 50 лет начинают болеть артериальной гипертонией. Только половина из них, зная об этом, принимает лечение. В связи с этим развиваются патологии, которые приводят к необратимым изменениям внутренних органов. Повышение холестерина в норме выше 6,2, а сейчас принято решением до 5,2, может приводить к поражению сосудистой системы атеросклеротическими бляшками. Соответственно, конечно, кроме холестерина нам надо учитывать липидограмму, которая используется для исследования, это липопротеин высокой и низкой плотности. Соответственно, рассчитывается коэффициент атерогенности, который мы используем для того, чтобы больных приучить к тому, чтобы, учитывая повышение холестерина или повышение липопротеидов низкой плотности, а снижение липопротеидов высокой плотности – один из факторов важнейших развития атеросклеротической болезни. Важное значение имеет наследственный фактор. Поэтому врач на приеме обязательно выясняет семейный анамнез. Если у 2-3 родственников в возрасте до 50 лет имеется гипертония, то целесообразно измерять давление у всех членов семьи, независимо от возраста. При этом наследуется не сама артериальная гипертензия, а предрасположенность к ней. Это значит, что появление артериальной гипертензии у детей родителей гипертоников будет зависеть от внешних факторов – питания, вредных привычек, двигательной активности, то есть образа жизни. Курение значительно увеличивает фактор риска развития артериальной гипертонии. Так как происходит сужение сосудов на воздействие никотина, соответственно, изменения в сосудистой стенке с возрастом приводят к тому, что давление растет в сосудистой системе. Это один из важных факторов. Поэтому, борясь с курением, мы можем одним из этих факторов повлиять на то, чтобы снизить количество больных артериальной гипертонией. Прием гормональных препаратов, это значительно, особенно контрацептивов, повышает артериальное давление. Поэтому, зная об этом, мы должны измерять это артериальное давление. Необходимо обязательно контролировать его. И если мы не чувствуем повышение артериального давления, это не значит, что мы не болеем. Артериальной гипертензии в большей степени подвержены люди, имеющие лишний вес. Ожирение является серьезной проблемой современности. Все больше даже молодых людей имеют избыточную массу тела. Это приводит к повышению артериального давления, учащению пульса, то есть перегрузке сердечно-сосудистой системы организма. Кроме того, человеку с избыточным весом сложно выполнять любую физическую нагрузку. Малоподвижный образ жизни – тоже фактор, большой фактор риска для развития артериальной гипертонии. Мы таким образом
уменьшаем потребность сердечно-сосудистой системы в частоте сердечных сокращений. Соответственно, снижается пульс, уменьшается кровообращение периферическое, центральное кровообращение. Это большой фактор развития заболевания артериальной гипертонии. Доказано, что повышение фибриногена в крови значительно тоже повышает артериальное давление, потому что фибриноген усиливает изменения сосудистой стенки, эластичность сосудистой стенки. На развитие артериальной гипертензии огромное влияние оказывает такое сопутствующее заболевание, как сахарный диабет. К сожалению, количество диабетиков в наше время тоже значительно увеличилось. Это одно из тяжелейших заболеваний, которое на фоне которого артериальная гипертония приводит к поражению сосудистой системы. Изменение сахара, повышение сахара в крови более 6,2, как ранее считалось, из вены и 5,5 из пальца, я считаю, можно раздвигать рамки обнаружения сахара и 6,5, и 6,8, но тем не менее мы должны это учитывать к тому, чтобы, обратив на это внимание, советовать человеку изменить образ жизни. Прежде всего, мы не должны употреблять быстроусваиваемые сахара, углеводы. Мы должны полностью исключить употребление сахара как такового, это рафинад и все остальное, куда входит варенье, это значительно снизит заболеваемость диабетом. А так как мы неограниченно употребляем углеводы, это одно из факторов развития сахарного диабета и, соответственно, усиливает и возможности развития артериальной гипертонии. Негативное влияние на развитие у человека гипертонии может оказать и неблагоприятное социально-экономическое положение. Наша нервная система перегружена многими факторами. Неприятностями дома или на работе, эмоциональной неудовлетворенностью, постоянными стрессами. Человек с эмоциональной нагрузкой неадекватно оценивает какие-то ситуации в жизни. Выброс адреналина способствует началу или прогрессированию артериальной гипертензии. Артериальную гипертонию зачастую называют «молчаливым убийцей», поскольку ее симптомы долгое время никак не проявляются. Клиническими признаками повышения артериального давления могут быть головные боли, головокружение, свист или шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, быстрая утомляемость, чрезмерная потливость, боли в ногах и так далее. Но чаще всего человек не чувствует никаких изменений. Он хорошо себя чувствует. Поэтому, учитывая возраст, как я говорила, который у нас есть, мы должны после 40 особенно измерять артериальное давление для того, чтобы выявить скрыто протекающую артериальную гипертонию, понимаете? Выявив у молодых людей прежде всего, учитывая наследственный фактор, и учитывая то, что мы выявили, для того, чтобы выявили, мы в течение нескольких месяцев должны измерять артериальное давление. Мы, увидев повышение артериального давления, будем говорить, однократно, не должны принимать это решение, что у него он болен. Для этого нужно несколько раз измерять артериальное давление в течение месяца, а то и двух. Учитывать факторы, повышающие артериальное давление. Следует знать, что разовое повышение артериального давления – это еще не гипертензия. О патологии можно говорить в том случае, если у пациента было зафиксировано повышение давления на нескольких врачебных осмотрах с двукратным измерением. При этом очень важно уметь правильно измерять артериальное давление. Измеряется на нерабочей руке артериальное давление, прежде всего, если человек правша, соответственно, на левой руке. Если наоборот, то на правой руке измеряется артериальное давление. На 2 пальца, на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. Манжетка находится на уровне сердца, где-то 4-й межреберье. Манжетка должна, если начинать измерять, где-то входить 1,5-2 пальца, чтобы могли мы сначала ее соединить, и только потом быстрыми движениями накачиваем. И медленно-медленно снижаем артериальное давление, когда мы измеряем. До первого, когда мы обычным нашим манометром измеряем артериальное давление. И до последнего, будем говорить, движения пульсовой волны, соответственно, стука, который мы фиксируем в стетоскопе. Измерять артериальное давление обязательно нужно в спокойном состоянии, расслабившись и не разговаривая. Хотя бы за полчаса до этого желательно ограничить физические нагрузки и не употреблять тонизирующие напитки. Измеряют давление в основном в положении лежа или сидя. Первичное измерение артериального давления идет на одной и на второй руке. Однозначно оценивается, какие показатели. Если показатели на одной руке выше
на другой ниже. Например, если мы измеряем на левой руке, они, получается, ниже, то на правой руке выше. Мы, конечно, должны принимать за норму повышенное артериальное, то, которое на какой руке оно выше. И у молодых людей до 30 лет можно измерять и на ногах. Поверьте, это так важно для того, чтобы мы могли оценить, есть ли артериальная гипертония или нет. Там, конечно, разница с руками где-то есть на 40 мм ртутного столба, но это медики учитывают тоже. Измерять артериальное давление нужно несколько раз. Затем выбираем средний показатель. Артериальное давление, вы знаете, что бывает в норме, это минимальное где-то от 60, нижняя граница диастолическая, максимально 90 мм ртутного столба. И систолическое артериальное давление 110, 140 или 139, потому что 140 и выше мы уже можем принимать как повышенное артериальное давление. И в связи с этим, если человек не принимает медикаменты, не принимает никакого лечения, это артериальное давление норма человека. Оно должно при физической нагрузке, эмоциональной, в каких-то заболеваниях, может быть, простудных заболеваниях и других, повышаться, но оно в пределах нормы. Но если же мы принимаем лечение, обязательно мы должны учитывать, что повышенное артериальное давление – это не норма. Добиваться мы должны давления 120 на 80, а то и ниже. Если у вас зафиксировано неоднократное повышение артериального давления, то вам следует обратиться к врачу, терапевту или кардиологу. Доктор оценит вашу наследственность, индекс массы тела, образ жизни и другие факторы риска, назначит определенные анализы. И только после полного обследования врач сможет поставить вам точный диагноз и назначить соответствующее лечение. При диагностике артериальной гипертензии врач учитывает и определенные факторы вторичной гипертонии. Например, окулист оценивает состояние глазного дна, ведь при гипертензии одними из первых поражаются наши глаза. Если глазное дно здоровое, нет гипертонии. Учитывается фактор симптоматической, то есть вторичной гипертензии, особенно сейчас, в наше время. Это почечное артериальное давление, это надпочечное артериальное давление. Нарушение экскреторной функции и концентрационной функции почек приводит к повышению артериального давления. Соответственно, мы не чувствуем его, понимаете? Жалобы больной может и не предъявлять. Учащенное мочеиспускание, без дизурических явлений, без болевого синдрома и, соответственно, без температуры, без изменения анализа мочи могут быть. Но почки, они сами по себе могут поражаться. В данном случае исследуется мочевая кислота прежде всего, исследуется общий анализ мочи, исследуется функция почек, делается проба Реберга, исследуется функция почек, это ренорадиография, это консультации, УЗИ аппараты помогают нам, компьютерная томография, МРТ исследования, и это нам помогает ставить диагноз, есть ли это вторичная гипертония или нет. К сожалению, вылечить артериальную гипертензию не представляется возможным. Мы можем лишь убрать факторы, приводящие к увеличению давления. Сбросить лишний вес, нормализовать водно-солевой обмен, отказаться от вредных привычек. Молодым пациентам при гипертонии первой степени не обязательно назначение лекарственных препаратов. Им, как правило, достаточно лишь вести здоровый образ жизни. Но если речь идет о гипертонии второй, третьей степени, то здесь нужен регулярный прием гипотензивных препаратов. Каждому пациенту врач подбирает индивидуальную схему лечения. Комбинированные препараты – это нам помогают в чем? Человек, не каждый человек может решиться на то, чтобы принимать горсть препаратов, соответственно, и стремиться к приему хотя бы к одной таблеточке. И мы этим приемом этого препарата комбинированно можем решить эту проблему. Вот. Поэтому широко используются сейчас комбинированные препараты. Мы должны учитывать эмоциональный фактор, соответственно, для лечения гипертонической болезни. Если у него повышенная эмоциональная нагрузка и стрессовый фактор, какие-то неприятности на работе, в семье, социальные факторы присутствуют, конечно, здесь мы должны учитывать это, давать седативные группы препаратов, даже учитывать, давать транквилизаторы. Я считаю, что это значительно снижает возможность развития прогрессирования этого артериальной гипертонии и, соответственно, если длительного нахождения человека в стрессовой ситуации и развитие факторов, приводящих к развитию инфарктов и инсультов этого человека.
кроме ежедневного приема лекарств, гипертоникам обязательно нужно изменить свой образ жизни. По статистике, здоровый образ жизни на 1/3 снижает уровень сердечно-сосудистой патологии. Остальные 2/3 – это медикаментозное снижение артериального давления. В первую очередь гипертонику необходимо правильно питаться. Питание должно быть дробным и сбалансированным. Наиболее подходящую вам диету поможет подобрать врач-диетолог. Есть определенный, мы знаем, колораж, который должен человек использовать в ежедневной жизни. Если он физически занят, он увеличивается. Если у него умственный труд, соответственно, немножечко ниже. Если у него нет ни того, ни другого, еще ниже колораж. Этот человек для себя должен решить, что он должен потреблять столько пищи, сколько должно быть. Пища должна быть сбалансирована. Углеводы, жиры, соответственно, белки и микроэлементы. Водный баланс, соответственно, тоже. Если он болен, конечно, он не будет пить, да, как положено. Сейчас в литературе вы видите 2 литра жидкости употреблять и более. Нет, конечно. Зачем ему столько жидкости употреблять, если у него есть признаки сердечно-сосудистой недостаточности, которые проявляются прежде всего. Человек должен, обращая на себя внимание, сам определить. Не стоит забывать, что такие тонизирующие напитки, как кофе или крепкий чай, повышают давление. А потому употреблять их в большом количестве, особенно во второй половине дня, не рекомендуется. Если уйдет углеводы, они быстрого насыщения, они успокаивают нервную систему. Человек привыкает много употреблять сладкого. Он может съесть, извините, килограмм конфет вечером, сидя у телевизора. Это же вредно, мы же должны понимать. Он не потратит столько энергии. Одна съеденная конфета, практически колораж ее может быть... нивелироваться только физической нагрузкой в течение 15-30 минут. Поймите, съеденная конфета, как можно съесть килограмм, и будем считать, что он будет использован, это вот углеводы. Они, конечно, перейдут в жир. Вот. Белки точно так же. Если физически человек работает, нужно белки, да, употреблять больше. Но если он сидит только на белковой диете, надо учитывать, что есть болезни почек. Понимаете, есть изменения в других органах, которые повышение белка вредно. Здоровый образ жизни – это не только питание, но также умеренная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, достаточная продолжительность сна и отдыха. Движение – это прежде всего жизнь, это нельзя, такая поговорка была. Человек должен ходить не менее 6 тысяч шагов в сутки, до 10 тысяч считается в среднем. Если мы не идем к цели какого-то снижения веса, если мы больны с детства артериальной гипертонией, соответственно, другие заболевания есть, никто же не будет призывать заниматься спортом как таковым. Соответственно, мы можем ходить, мы можем ездить на велосипеде на длительное расстояние, тренируя сердечно-сосудистую систему. Но если человек здоров, то, конечно, прежде всего плавание 2-3 раза в неделю – это приветствуется. Занятия футболом, хоккеем или там какие-то другие активные такие игры, пожалуйста, спортивные. Этот человек может использовать, есть, да, широко сейчас используются фитнес-клубы. При этом человек должен обязательно контролировать уровень артериального давления и пульс. В норме сердце человека бьется 88 ударов в минуту. Минимальное сердцебиение – 56, максимальное – 88. Человек, который следит за собой, живет долго. Действительно, тенденция к удлинению уже у нас есть. Женщины уже живут у нас в Беларуси до 79 лет. У мужчин пока еще ниже, около 70-69. Но уже есть такая тенденция. А почему женщины более исполнительные, понимаете? Женщины более внимательные к себе. Может, природа нас создала так, что мы должны на все обращать внимание. А мужчины более такие легковесные, может быть, к этому, а к себе относятся не всегда правильно. Употребление, злоупотребление того же алкоголя, никотина к этому приводит, к сожалению. Вот. И, соответственно, но уже это хорошая тенденция. И если мы начнем лечить артериальную гипертонию с самого начала развития этого заболевания, если мы будем удерживать развитие прогрессирования, которое приводит к органу патологии органов мишеней, соответственно, мы можем продлить человеку жизнь. В наше время артериальная гипертензия – это не приговор. Однако это весомый повод задуматься о своем здоровье, скорректировать свой образ жизни –
правильно питаться, больше двигаться, отказаться от вредных привычек. Ну а если и этого оказывается недостаточно, тогда не обойтись без медицинских препаратов. Единственное условие – лекарства нужно принимать постоянно. Берегите себя и будьте здоровы!